Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре VIP от фирмы BAT, называется он Nori. Выпускается он в трех размерах, это 58, 65 мм и 80 мм, как представлен сейчас на вашем экране. Коробка под него очень такая симпатичная, сзади хромированная подложка, на которой имеется логотип фирмы. Также все эти логотипы разбросаны по всей упаковке, везде их, так сказать, данную фирму рекламируют. Наклейка на лицевой стороне говорит нам, что VIP, естественно, тонущий, размер 80 мм и вес 20 грамм. Вроде бы вес неплохой, но хотелось бы немного поболее. Использовать я его планирую для ответственного блеснения, и все же 20 грамм это, так сказать, не предел мечтаний. Мне приманки интересны более там от 26, но будем пробовать ловить на этот. Интересная здесь раскраска, она дабл так называемая, с одной стороны синяя с такими оранжевыми пятнами, с другой стороны зеленая. Тоже с оранжевыми пятнами. Выглядит очень так классно. Раскрасок для данной модели BAT просто приготовил невероятное множество. Ну, около 50 штук. То есть для большинства моделей фирма BAT там предлагает 10-15 расцветок. Здесь около 50. Ну, тут уже говорить о каких там просто... Невероятное множество. Три расцветки, даже четыре в данной расцветке, то есть дабл. Есть интересные варианты, но мой выбор остановился на такой. Здесь как бы натуральная и кислотная. VIP повернется, может, то этой стороной к рыбе, то этой. И будет она в каком замешательстве, и может быть данная приманка сработает. Ну, по крайней мере, такие расцветки должны для разнообразия обязательно быть в вашей коробке. VIP, в принципе, довольно-таки такой высокий и имеет постепенное сужение к хвосту, напоминает какую-нибудь такую высокую рыбешку, плотвичку, красноперку. И в основном, конечно же, я планирую его использовать для ловли судака, ну и берж. И тоже будет с удовольствием есть такую 80-мм небольшую приманку. Берж, кстати, да, вот любит такие именно компактные приманки. VIP полностью тихий, не издает никаких звуков. Сейчас иногда колечко вот заводное выпадает на крепежной петельке. Сверху оно имеется. Естественно, я сразу его сниму. Абсолютно ненужный элемент. Сделано для того, чтобы напрямую, например, привязывать нитку или леску к самой приманке. Крючки, тройники соединены резиночкой для того, чтобы лишний раз приманка себя не царапала. И хочу сказать, что они довольно-таки... приличные такие, крупные, на короткой ножке, и имеют очень широкий поддев и классную заточку. Обещают нам фурнитуру от фирмы Овнер. Я на себя ответственность брать не буду, говорить, что да, это точно Овнер или нет, но крючки здесь явно очень даже неплохие, как и заводные колечки. Плотные, плоские, в принципе, выглядит все качественно. Приманка очень так неплохо имитирует рыбешку. Есть имитация чешуи, жаберная крышка довольно детализированно сделана, и вот такой вот голографический глаз, который будет видно с больших расстояний, такая дополнительная точка атаки. Также снизу, что интересно, нанесено название модельки, размер и вес. Это очень удобно и очень классно. Даже такая фирма, которая производит бюджетные приманки, думает о том, что надо это сделать, а многие производители, делающие более намного дороже приманки, таким элементарными, но очень нужными вещами не занимаются. Ну, в принципе, что сказать, очень интересная приманка, подбросы, остановки, паузы. Ну, я думаю, все, кто смотрит, например, обзоры на VIP, знают, как его проводить. Очень интересно работает на таких легких покачиваниях, на довольно-таки долгих паузах. Буду использовать его и зимой, и летом для ловли в отвес. Я думаю, приманочка должна неплохо работать на глубинах где-то до 15
метров, так как для совсем больших глубин ей все же не хватает веса. Бат, нори. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!